сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат. Остались живы мы с тобой. Эта женщина прошла войну. Она один случай такой рассказала, когда, помните, вы рассказали, Антонина Тимоновна, когда поле прошел бой, да. Вы пошли и увидели, мальчик лежит. И весь живот у него распорот, да. Все наружу у него, понимаете? И смотрит на нее глазами такими: спаси, пожалуйста, меня, спаси. Это было все в памяти, осталось еще. Да. Дошли. У нас есть статья. До Германии. Вот от всего сердца в канун светлого праздника, великого праздника Дня Победы, хотим поздравить вас, как ветерана Великой Отечественной войны, действительно, на вашу судьбу была такая тяжелая участь. Спасибо вам огромное, что вы сделали в свое время. Огромное вам спасибо, мы от всего сердца поздравляем вас. Днем Великой Победы. Приятно быть у вас сегодня, видеть вас в здравии, в таком бодром, замечательном настроении. Самые добрые и искренние поздравления в этот замечательный день. Спасибо вам. Спасибо. Примите от нас небольшой подарок. Ага. Вот. Нужный хорошо. Губернатора Ленинградской области, от всех жителей, ага. От руководства Ивангорода. Крепкого здоровья. На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. Не, это хорошо, что не ждали. Я даже фотографирую. Людмила Павловна, значит, глава МО, город Ивангород, Карпенко Виктор Михайлович. Это что, новый? Да. Вот. И глава администрации. А вот это еще... Сосин Александр Владимирович. Точно новый. Здоровья вам. Всего самого доброго, оптимизма, бодрости духа и всего-всего наилучшего. Бодрости духа у меня до сих пор. С Днем Победы. Великой Победы. Людмила Павловна, вручить небольшой подарочек. Ой, который... спасибо. Поздравление от губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко. Да. И подарок. И подарок. И подарок. Горели небо и поля. Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали. Где те? С Днем Великой Победы! Но мы хотим пожелать вам всего самого хорошего, здоровья самое главное, хорошего, бодрого настроения. Держимся, держимся. И быть всегда таким стойким, мужественным. Ноги, правда, у меня плохие. В далекие годы. Хочется сказать вам огромное спасибо за Великую Победу, которую мы празднуем завтра. Да, да, да. Завтра придется на площади. Будем рады вас видеть. Мы хотим вручить вам небольшой подарок. С наилучшими пожеланиями. И от ребят такое письмо, ага. Треугольное. Хорошо. Почитайте. Да. Хорошо. Где те, кого мы потеряли, на всю оставшуюся жизнь. На всю оставшуюся жизнь. Небольшой делегацией. Вот, пришли. Руки теплые. Теплые, да, да. Зоя Ивановна, от всего сердца в такой великий праздник, канун праздника. Мы хотим поздравить вас с Днем Великой Победы. Ой, всего вам самого спасибо. Хорошего. Зоя Ивановна, от всего сердца. Разрешите вам вручить небольшой подарочек от нас. Ой, спасибо большое, вот. Ребята. И поздравления. Вот губернатора Ленинградской области. С Днем Победы! С Днем Победы! Спасибо большое, ребята! Спасибо большое! Присаживайтесь, давайте. Присаживайтесь. Как ветеран войны, я с уважением смотрю на молодежь и желаю молодежи быть всегда впереди. Здоровья, счастья, удачи во всех ваших делах. Сестра и брат,
взаимной верой. Мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви. Спасибо, вас поздравить. Днем Победы. Спасибо. Всего вам самого доброго. Спасибо. И хорошего. Плакать, вы что? От радости. Радость, но от радости хорошо. Тогда смейтесь лучше. Да, от радости можно и поплакать. Может, это хорошие, правильные лучше? Слезы. Небольшой, да, подарок, нужный вам в хозяйстве очень. Вам пригодится, надеемся. Спасибо. Вот, вручить. Большое, вот. Ну, еще раз. Слова благодарности и признательности вам. Дай Бог жить всем, быть здоровым. Только здоровья. Спасибо, спасибо большое. Поздравление от губернатора Ленинградской области. Нашего земляка Александра Юрьевича Дрозденко. Спасибо вам большое. Так, спасибо. На всю оставшуюся жизнь. На всю оставшуюся жизнь. Thank you.